Ежедневно сотни людей добираются через Лидерсовский бульвар к морю на один из центральных пляжей города Ланжерон. Именно добираются, потому что вся пешеходная зона в ямах и ухабах. Одесситы и гости города ежедневно спотыкаются, падают, ругаются, но никак повлиять на ситуацию не могут. В очередной раз поднять проблему разбитых тротуаров, а именно проход к морю, решился один старожил Сергей Георгиевич. В народе его называют защитником Ланжерона. Это человек, которому не безразлично будущее нашего города. Я живу тут недалеко, вырос в канатном переулке. С детства и до сих пор, мне уже почти 80 лет, каждое утро и под вечер хожу на Ланжерон. И вот Лидерсовский бульвар, по нему ходить невозможно. Вот ямы, видите, какие сплошные, колдобины. Несколько раз видел, как тут пожилые бабушки падали, поднимала их. Вот тот самый участок Лидерсовского бульвара, по которому ежедневно люди идут на пляж. Сплошные ямы, ухабы. Ходить и вправду сложно. Я каждый день возмущаюсь этим. Я здесь гуляю с собакой. Каждый день я просто падаю. Да. Поэтому, конечно, а на что мы можем надеяться вообще, в принципе? У нас же никто не занимается этим. Также очень много мамочек с детьми в колясках, на самокатах и другом транспорте. Для них это тропа препятствий. Многие уже жалуются, что лишь за июль месяц езды по данному участку дороги колеса в колясках расшатались до критического состояния. А некоторые горожане просто смирились с происходящим. Тряска хорошая, так что тренажер, своего рода тренажер. Тряска и вправду хорошая, только посмотрите, как трясет эту маленькую куколку. Ухудшает состояние тротуара и рядом идущая стройка. Там вырыли котлован, и часть пешеходной зоны вдоль забора провалилась. Вследствие образовались две огромные ямы на тротуаре. Отметим, раньше на месте стройки были теннисные корты. Теннисные корты были, в которыми в детстве ходили сюда играть, снесли, причем тут... Еще год назад мы такие митинги, сотни людей, одесситов собирались против этой стройки. До лампочки снесли, еще высотки строят. Как отмечает защитник Ланжерона, месяца два назад встретил он на этом месте нашего городского голову Геннадия Леонидовича. Встретились тут с ним, я ему говорю: Геннадий Леонидович, вы посмотрите, тут же невозможно. Хорошо, хорошо, мы все приведем в порядок. И убежал. Впрочем, как всегда, убегает от вопросов, ответственности и наказания. Но все же будем надеяться, что на этот раз он сдержит слово и выполнит свое обещание. И не только по Лидерсовскому бульвару.